Хотел с большим праздником поздравить 75-летием клуба. Это серьезная дата, это клуб с традициями. И мне вдвойне приятно работать в таком клубе, у которого есть история. Поэтому в этом сезоне губернатор обозначил нам задачи, цели. Но прежде всего самое главное, он подчеркнул, что мы должны играть для болельщика, за болельщика. Поэтому здесь другого шанса нет. Дополняющие разговоры с губернатором, что будет строго спрашивать именно те задачи, которые он поставил. Поставил задачи в каждой игре максимально нужно побеждать, чтобы болельщик радовался, болельщик был с командой, поэтому здесь другого выхода у нас нет. И самое главное, это эти задачи, которые ставятся, это да, для команды, которая скомплектована, для меня, потому что все-таки я максималист и хочу максимум добиться со СКА Хабаровском, поэтому здесь другого шанса у нас не будет. Поэтому хотел еще раз поздравить с праздником и работников клуба, которые помогают нам готовиться к играм, чтобы мы думали только о результате. И, конечно, приятно то, что сам губернатор возглавил клуб. Это дает понять, что будет жестко контролировать, жестко спрашивать. Поэтому мы не должны, прежде всего, ни болельщика подвести, и губернатора. Всех с праздником, хорошей даты 75-летия.